У жителей Иркутска появилась новая возможность – выездная консультация пенсионного фонда. Автомобиль со специалистами работает в самых оживленных местах города. Первые консультации состоялись рядом с одной из городских поликлиник. Вопросы смогли задать сотни иркутян. Больше всего людей интересовала февральская индексация пенсии. Теперь ее производят только неработающим пенсионерам. Во время выездного обслуживания документы не принимаются, проводят только консультации. Чтобы получить персональную информацию, необходимо иметь с собой паспорт. Выездные консультации будут вестись до 2 раз в неделю. Следующий выезд запланирован на 27 января. Он состоится на Синюшиной горе возле торгового центра.